Здравствуйте. Сегодня у нас 18 июня 2017. И вот мой цвет. Это мой кактус. Готовится, наверное, сегодня зацвести. 2 месяца он сидел. Вот такая была малышка. Вот рядышком еще тоже будет цвести от другого. И 2 месяца ему пришлось дойти вот до такого состояния, чтобы зацвести. Вот так что ждем сегодня его зацветения. Будем надеяться, что зацветет. И будет он цвести, вот он должен часов 5-6 вечера зацвести, а потом погибнуть уже где-то к 12 часам следующего дня. Так что надо будет утром все это заснимать. Вот много я ему воды наливаю. Здесь прям вода стоит, потому что он, как бы сказать, должен к цветению очень много пить воды. Поэтому надо обязательно его поить. Так что вот такой мой кактус. Кактус, кактус, кактус. Вот такая вот. А вот когда первый раз он у меня хотел цвести, вот такая вылезла, я ее оторвала. Думаю, что такая, какая-то, какой-то нарост. Оказался этот цветок, так что вы знаете. Вот такая красавица мне скоро подарит цветение свое. Так вот вам хотела показать про мой любимый кактус. Каждый год он меня радует своим цветением. И наслаждает меня. Вот так вот заводите кактусы. Будете любоваться цветом, но ждать вам придется не скоро, потому что ему надо очень долгий период. Он на это долгий-предолгий дождаться, чтобы он зацвел. Ну и, конечно, вот ему нужно тепло, солнышко. Он любит только когда пойдет тепло и солнце. Тогда он вам подарит цветок. Вот такую вам историю кактусовую я вам рассказала. Всего хорошего. Пока-пока. All the best. Bye-bye.